Здравствуйте, товарищи. Вы знаете, что у нас есть Красный университет Фонда рабочей академии. Он занимается благородным делом, образованием и изучением марксизма-ленинизма и помогает это делать в широком масштабе. Вот седьмой уже поток формируется сейчас. Вы можете записываться в Красный университет. Ну а мы, преподаватели Красного университета, готовимся к тому, чтобы вооружить не только знаниями, но и соответствующей литературой. Я хочу в этом ролике сказать о тех книгах, которые подготовлены к Новому году учебному в Красном университете, и создать которые помогли нам те люди, которые видят, что мы делаем дело благородное и помогают нам и финансово, и делом, конкретными делами, и изданиями, и публикациями, и тем, что предоставляет нам слово на электронных ресурсах. Ну вот первое, что я хочу показать, это вот книга «Классовая борьба», которая издана при помощи наших товарищей, которые полностью оплатили издание этой книги в порядке содействия обучению трудящихся России. Вот ее купить нельзя, но ее можно получить при острой необходимости у членов Рабочей партии России и соответствующих организаций Рабочей партии России, при том, что если человек с помощью этой книги собирается организовывать широкую пропаганду, он может рассчитывать на получение такой книги от Рабочей партии России. А вот другие книги, которых я сейчас буду показывать и о них говорить, они находятся в широком доступе, потому что они изданы известным издательством «Питер», нашим санкт-петербургским, изданы большим тиражом. Вот, скажем, книга первая, которую мы уже демонстрировали, «Диалектика. Ключ к истине», на основе тех разведопросов, которые были на тупичке Гоблина, opera.ru. И эта книга издана под авторством Дмитрий Гоблин-Пучков, Михаил Попов, «Диалектика. Ключ к истине», Питер, 2018. Чтобы заказать эту книгу и получить по заказу, нужно обратиться прямо в издательство «Питер» или по телефону 703-73-74, или можно обратиться по электронной почте books@peter.com. Наверное, эти вот данные будут в ролике присутствовать. Здесь эта книга посвящена не только тому, чтобы рассказывать, что такое диалектика, а еще демонстрировать величие диалектики и ее могущество на целом ряде исторических и политических примеров, к чему меня призывал, например, товарищ Пучков. Он говорил: «Михаил Васильевич, дайте примеры еще», и эти примеры в изобилии здесь содержатся, и, конечно, это делает диалектику более понятной, более близкой, более конструктивной для тех, кто ее изучает. Очень большие копии и очень много копий ломаются по вопросу о фашизме в международной политике, который проводит Соединенные Штаты Америки. И демонстрирует это тем, что они одно государство уничтожили, Югославию, другое, в другом повесили законно избранного президента в Ираке. Просто растоптали Ливию и, как говорится, если бы не противодействие, которое оказывает им на международной арене, блокирующиеся между собой Россия, Китай и некоторые другие крупные страны, такая бы участь могла постигнуть и другие государства. Книга называется «Современный фашизм». Она написана следующими авторами: Дмитрий Гоблин-Пучков, Михаил Попов, Клим Жуков, Егор Яковлев. «Современный фашизм. Санкт-Петербург. Питер, 2018. Ее можно заказывать тоже либо по телефону 812-703-73-74, либо по электронной почте books@peter.com. Эти книги также можно заказать и в опершоп на тупичке Гоблина. Наши предложения в области
развития экономики, который пока не принимает наше государственное руководство, хотя они вполне совместимы с современной экономикой, в том числе и буржуазной, поскольку капитал, по идее, он должен сводиться к наращиванию капитала, а не к тому, чтобы этот капитал разбазаривался и уплывал бы за рубеж. Поэтому вот что сделать для подъема экономики, написано в этой книге, закономерный характер снижения затрат и цен и пенсионная реформа, вызов трудящимся. Это вот тот материал, который в электронной форме получил более 600 тысяч просмотров на сайте oper.ru. Значит, ее можно, эту книгу, «Экономика. Закат либерализма», по этим же самым телефонам и электронным адресам, которые я уже диктовал, заказать и, соответственно, получить. Заказ книг 812-703-73-74 и электронная почта books.peter.com. И вот последняя из этой серии книжек, которая вышла, так вот красиво издана, написана «Коммунизм», и которая доказывает, что у нас вот на самом деле демократия еще есть в России. Вот, пожалуйста, выходят книги про коммунизм с портретами Маркса, Энгельса, Ленина, очень красиво изданы, аккуратно, приятно, тиражом 5000 экземпляров. И будет, если больше заказов, то больше будет она издаваться. Столько, сколько надо, пока не удовлетворится спрос наших страждущих трудящихся. Поэтому нужно не просто кричать, что у нас вот так все плохо, плохо, плохо. Надо помогать ростком нового положительного, который есть в нашем обществе. Значит, в этой книге имеются, значит, такие авторы. Дмитрий Гоблин Пучков, Яковлев Егор и Попов Михаил. Первая беседа о роли Ленина и Сталина в мировом коммунизме, вторая о национальном интернациональном в русской революции, а третья беседа посвящена книге про Гарри Поттера и расовую теорию. Наша беседа с Егором Яковлевым. Ну, заодно мы там в самом конце беседуем по поводу религии и ее значения в современном обществе. По тем же адресам можно заказать эту книгу. По телефону 812-703-73-74 или по электронной почте books@peter.com. Ну и на опершоп можно ее заказать. Вот советую вам вооружиться этими книгами, они будут в помощь обучению в Красном университете Фонда рабочей академии, который скоро начнется. Спасибо за внимание. Успехов вам во владении марксистско-ленинской наукой.